Я вам расскажу одну очень забавную историю. Я долгое время не ездил в Одессу. И, наконец, я приехал. После долгого перерыва приехал в Одессу. Выступал в театре, был концерт, очень удачный концерт. Публика смеялась, слушала, было очень хорошо. В общем, я закончил концерт, вышел из театра, сел в машину, темно. И вдруг прямо на машину бежит женщина. Стойте, 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 стойте. Ну, конечно, шофер остановился. Она подбежала к машине, открыла дверцу с той стороны, где я сидел, ткнула в меня пальцем и сказала: «Ты Утесов?» Я сказал: «Да». Она повернулась от меня как-то спиной ко мне и крикнула: «Яша, Яша, Яша!» Подбежал мальчик, так лет 8-10. Она ему указала на меня и сказала: «Яша, смотри, это Утесов. Пока ты вырастешь, он уже умрет. Смотри сейчас».